Так что, что вы говорите о трудоспособности? Я говорю, что я работаю под вашим руководством в течение 5 лет. За это время мы сменили 20 учреждений. С каждым днем все ближе и ближе подвигаясь к Москве. И вдруг, в тот самый момент, когда до Москвы остается каких-нибудь 3-4 тысячи километров, такого человека берут и бросают на какую-то совершенно мелкую, кустарную промышленность. Нет, просто хочет сорвать и метать, сорвать и метать. Да, Иван. Только я вам ничего не говорил. Каждую минуту жду вызова. Из Москвы. Из Москвы. Телеграмм нет? Еще нет. Действительно, просто хочется рвать и метать.